Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, поздоровайся с своими друзьями! Привет, привет! Вы на каком канале? Baby Go! А сегодня у нас будет ролик на знание автомобильных марок. Простой, короткий. Это просто на общее познание, да, друзья? Поехали, Динь! Начнем с машины, которая от тебя справа, от папы слева. Что это за машина? Сейчас... Да, мы сейчас покажем значок. Вот, мы по значкам определяем. А еще мы закрепляем цвета, правильно? Какая это машина? Nissan. А какого он цвета? Правильно. Какая это машина? Volkswagen. Правильно, а цвет он какого? Черный. Что это за машинка едет, Динь? Какого она цвета? Как ты сказал? Как ты сказал? Газель. А какого она цвета была? Серого. Серого, молодец. А вот здесь какая стоит? Киа. Киа, молодец. А цвет какого? Динь, а цвет какой? Дэн. Это бер... Коричневый, наверное, да? Коричневый. Не, что вот это за машинка такая? Пежо. Какого она цвета? Какого цвета? Ну, скорее черного, но может быть темно-серого. А вот эта машинка слева стоит какая? Какая-то. Динь, какая-то машина? Ну, УАЗ, почти правильно. А цвет он какого? Нет, он серый как раз, в отличие от Пежо. Серый. А посмотри туда, там что за машинка стоит? Део, правильно. Какого она цвета? Какого? Ну, почти. Мне кажется, она скорее золотистая. Золотистая. Друзья, с вами был канал Baby Go. Сегодня мы изучали марки автомобилей и закрепляли цвета. Друзья, самое главное, что мы вам хотим сказать, ни в коем случае не принуждайте детей каким-то определенным развивающим играм. А занимайтесь с ними только теми играми, которые им нравятся. Папа. Ну а мы с вами ненадолго прощаемся. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. С вами был канал Baby Go. До новых встреч, друзья. Пока-пока. И все? Пока.